Воспитанник программы SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren. Приглашая Сергея, руководитель команды Андреа Зайдель принял во внимание то, что Сергей известен своим уровнем. У него есть необходимая суперлицензия, и он связан с Рено, которая поставляет двигатели Макларену. И теперь на 13 оставшихся гонках сезона россиянин будет присутствовать в качестве запасного пилота сразу двух команд – Макларен и Рено. Исполинский восьмицилиндровый турбодизель уже обосновался под капотами кроссоверов Bentley Bentayga, Audi SQ7 и продолжает расширять свой ареал в группе Volkswagen. На сей раз двигатель прописался под капотом флагманского кроссовера Audi SQ8. Нет, отдача двигателя снова не изменилась, цифры такие же, как у Bentayga и SQ7. Но в отличие от них, для нового SQ8 двигатель дополнительно оборудован мягкой гибридной системой. Стартер-генератором мощностью 8 кВт с ременным приводом от коленчатого вала. Система старт-стоп глушит двигатель еще до полной остановки, уже на 22 км в час, а в диапазоне от 55 до 160 км в час при движении накатом мотор может отключаться на 40 секунд. Для работы стартер-генератора потребовалась отдельная 48-вольтная электросеть с литионным аккумулятором. Кроме того, SQ8 оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой и полноприводной трансмиссией с межосевым дифференциалом Торсен. В России Audi SQ8 появится не раньше следующего года, но и это еще не факт, ведь топ-версию SQ7 к нам так и не привезли.